зовут Аня Кудинова, мне 11 лет, и я рисую в студии Арт Веранда Дети. Я нарисовала белый алмаз, потому что я ассоциирую себя с ней. Она снисходительная, добрая и понимающая, но если ее разозлить, она может стать склонной к вспышкам ярости, как и я. Белая считает себя идеальной и стремится сделать все и вся такими же. Я желаю получателю картины, чтобы он был таким же разумным, как белая, чтобы мог осознать свои ошибки. А организаторам конкурса хочу сказать огромное спасибо за то, что дали детям такую хорошую возможность для самовыражения.